Уже весной следующего года жители Яхрома получат прекрасный подарок – станцию обезжелезивания, которая значительно улучшит уровень жизни. Ведь известно, что в Дмитровском районе, как и во всем Подмосковье, вода содержит значительное количество железа. Его показатели в некоторых местах превышены в несколько десятков раз. В Яхроме, например, при норме в 0,3 миллиграмма на литр железа содержится до 2 миллиграммов на литр, то есть в 7 раз больше. Еще год назад администрация городского поселения Яхрома вошла в областную программу «Чистая вода», в рамках которой был подготовлен проект строительства станции обезжелезивания на ВЗУ на улице Ленина. Сметная стоимость проекта составила почти 31 миллион рублей. Станция позволит примерно более 9 тысяч населения обеспечить хорошей водой, значит, уменьшить железистость и уменьшить бактерии. Значит, здесь будет применена комплексная очистка воды и водоподготовка. Предельные нормы, значит, концентрации железа уменьшится примерно в 2 раза. Предельно допустимые нормы. В настоящее время превышение составляет в 7 раз этих норм. Конкурс на строительство станции обезжелезивания выиграла компания LBR Технологии из Оренбурга, которая специализируется на строительстве подобных объектов. Сегодня строители компании и субподрядчики завершают возведение каркаса из металлоконструкций и приступают к монтажу сэндвич-панелей стен. По условиям контракта компания LBR Технологии обязана провести пусконаладочные работы и сделать благоустройство территории. То оборудование, которое запроектировано научно-исследовательским институтом экологических проблем касаемо станции обезжелезивания, оно на сегодняшний день отвечает всем требованиям, которые есть на сегодняшний день. Мощность станции составляет 200 метров кубических в час, что позволит справиться с теми задачами, которые стоят перед администрацией Яхрома. То есть поставлять населению ту воду, которая бы соответствовала требованиям санпинов. Значит, на сегодняшний день, как вы видите, ведутся работы по завершению каркаса, и сегодня же выходит у нас бригада для того, чтобы начать монтаж сэндвич-панелей. Значит, в планах, если уж погода нас сильно не подведет, мы до Нового года планируем идти под крышу. Станция площадью 12 на 24 метра будет иметь внушительную мощность – 200 кубометров в час. Так что чистой водой будут обеспечены больше половины населения Яхрома. Кроме того, оборудование станции позволит не только очищать воду от примесей железа, но и обеззараживать ее. Станция будет работать полностью в автоматическом режиме, а ее оборудование выполнено с использованием энергосберегающих технологий.